На конкурс дети читают стихи, читает Лабутова Вероника, 7 лет, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Макуловская средняя школа. Самуил Маршак, мальчик из села Попозье. Среди сугробов и воронов в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? Принёс избу его спалили, угнали маму со двора, и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в попочке, и за ребенка на снегу.